Здесь я установил 4 программы. Звонить, радио, смс и GPRS. Пробуем позвонить. Контакты. Выбираем контакты. Можно отправить смс. СМС или номер. Позвоним. Позвоним. Сюда. Как видим, звонки доходят. Теперь попробуем отправить смс-ку. Для проверки баланса, допустим. Так как звездочка 100 решетка не работает. И решетка 100 решетка не хочет. Вот, пришло. Сейчас попробуем другую Ну вот, смс-ка дошла. Понятно. Прерываемся. Попробуем включить радио. Оно работает только с наушниками. Вот. Разъем. Сейчас сделаем громкость на динамике. Вот такой быстрый. Включить на все. Ловит не очень. Thank you.
Пробуем интернет. Сначала настроиться надо, нажать connect. Потом вверху над связи должно появиться значок G. Ну вот, подключилось значок G. Сейчас попробуем. Зайти какой-нибудь на сайт. Все работает. Теперь попробуем музыку послушать. В наушниках вот она, как видите, играет. Попробуем, работать ли кнопки. Кнопки так не работают, не переключают музыку. Можно включить так, чтобы играло. Через внешний динамик. Вот настройки телефона. Можно выбирать звонок, мелодию на звонок, можно свою ставить. СМС-ки. Еще. Как оно заряжается? Про зарядку забыл сказать. Вот. Идет зарядка. Не идет. О, пошла. Идет зарядка. Для того, чтобы ставить мелодию, которую вы хотите на звонок, нестандартную, нужно подключить iPod и зайти в программу iPhone Box. И в категории Ringtones перетащить песни, интересующие вас. И она там появится. Ну вот, все.